Номер лота 2012, мотоцикл BMW 650 CS. Такой вот красавчик, довольно в хорошем состоянии. Довольно красивый цвет, серый. Выглядит на самом деле очень симпатично. Стоят тюнинговые заповороднички диодные, видовое стекло все целое, передняя крылышко целая, вилочка абсолютно сухая, без запотевания. Передняя покрышка на твердую четверку, тормозной диск практически без следов износа. Боковой пластик цел, установлены такие зеркала нештатные. Двигатель внешний просто в хорошем состоянии, с минимальными какими-то, может быть, вообще без потертости. Подножки, лапки, все целенькое. Пассажирский также целый, здесь пластик весь целый. Видно было крепление под кофр, но японец решил его оставить себе. Задние поворотники в комплект передний, такой вот симпатичный стоп-сигнал тоже диодный. Задняя покрышка в комплект передний, в очень хорошем состоянии, замена не потребуется. Задний тормозной диск также без следов износа. Ремень не порепанный, все замечательно. С этой стороны пластик весь целый, стандартная выхлопная система. Все целенькое, ровненькое, подножки, лапки все целые, все замечательно. Также зеркальце нештатное. Так, поворачиваем ключ. Пробег у данного всего 5431 километр. Мотор проворачивает, схватывает, но нужно будет, скорее всего, почистить топливную. Холостые, к сожалению, не держат, нужно будет немножко им позаниматься, а в остальном просто отличный мод. Сидушечка также вся целенькая, ровненькая, все хорошо. Готовим его к отправке.